Сегодня посмотрим, как в Гугле искать по картинке. Вот я тут сегодня смотрел утреннюю сводку за 27 июня 2022 года. И, значит, меня заинтересовал вот этот вот, вот это изображение. Значит, ну, у меня, значит, есть программка такая. Вот у нее значок такой. Значит, вот захватить область. И вот я ее вот так вот беру и захватываю. И теперь, значит, я вижу, значит, вот практически тот участок изображения, который мне нравится. Обычно сохраняется в формате PDF, но мне это не нужен, а мне нужен именно формат там типа JPG. Нажимаю на сохранить, иду, значит, ну, куда? Ну, вот на рабочий стол. И вот сохраню под названием крест. Все. Значит, вот этот участочек изображения я сохранил на рабочем столе. А теперь, значит, идем в Google. Ну, тут есть поиск по картинке и так далее. Вот, нажимаем вот здесь вот картинки, нажимаем на загрузить изображение. И, значит, ищем нашу картиночку. Вот она у нас, крест. И открываем его. И вот, значит, практически... Если уж, как говорится, ловится, так ловится вот таким образом. Ну, первое дело, значит, я сейчас сделаю покрупнее. Называется мыс Фиолент. Значит, это, значит, на территории Балаклавского района Севастополя. Вот, значит, что можно прочитать об этом, значит, мысе? Ну, давайте глянем. Ну, в общем, где-то я читал информацию об этом мысе, о том, что он был, вот этот крест, был воздвигнут в память о спасшихся греческих моряках, которые попали в шторм, стали молиться Богу, и в конце концов он их услышал, и в конце концов море успокоилось, они, значит, сошли на берег, вот, и в честь своего удачного спасения, вот, они воздвигли этот крест. Вот такие вот вещи. Ну, главное, вы теперь уже знаете, что, значит, как вам, значит, пользоваться. То есть вот идете в Google, значит, заводите найти картинку вот по фото, затем, значит,
нажимаете на значок камеры, загрузить, выбираете файл, который вам нужно загрузить. А после того, когда вы его, значит, загрузите, вот уже смело уже можете читать информацию. Вот практически и вся, как говорится, информация по данному маленькому крошечному островку. Вот. Практически, ну, если в Google вы не сможете ничего найти, ну, значит, ничего. А если, как говорится, вы что-то такое, уж как говорится, найдете, то, значит, практически можете узнать о данном месте или о данном человеке всю возможную информацию.